Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня приготовим очень вкусную намазку для бутербродов. Яйца, сваренные вкрутую, натираем на крупной терочке. Два плавленых сырка натираем на крупной терочке. Предварительно, чтобы сыр хорошо натирался, я поместила на 30 минут его в морозилку. Чеснок я натерла на мелкой терочке. И отправляю его к сыру и яйцам. Не забываем посолить и добавляем майонез по вкусу. Все хорошо перемешиваем. И наша вкуснейшая намазка на хлеб готова. Хлеб я заранее подсушила в духовочке и наносим на него нашу смесь. Очень вкусно такая намазка сочетается со свежими помидорами. Ну вот и все готово. В течение нескольких минут очень вкусная, быстрая и бюджетная закуска уже на вашем столе. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!